Глава Югры участвует в 5-м форуме Беларуси и России по межрегиональному сотрудничеству. В рамках рабочего визита Наталья Комарова встретилась с председателем Могилевского облсполкома Владимиром Домоневским. Планируется, что в Могилеве будет создан филиал Белорусского парка высоких технологий. При этом губернатор отметила, что югорчане готовы взаимодействовать в этой области и в качестве экспертов, и в качестве исполнителей. Владимир Домоневский, в свою очередь, выразил заинтересованность в югорском опыте работы с инновационными компаниями. В этой сфере будет разработан дополнительный план мероприятий взаимодействия двух регионов на 2019 год. Также в области образования намечено развитие межвузовских программ. В ближайшее время наши окружные специалисты будут проходить стажировку Республики Беларусь по программе «Государственное управление лесами». Положительная динамика наблюдается и в торговых отношениях. Например, будут изысканы новые пути реализации щуки.